Спасись. Существует единственный путь воспитать ребенка таким образом, чтобы он шел по пути, которым должен. Идти этим путем вместе с ним. Формируй и люби. Слушай и направляй. Воспитывай и доверяй. Соглашайся и отпускай. Созидай будущее твоего ребенка. Меня зовут Короткий Андрей, я являюсь пастором Церкви Филадельфии и очень рад видеть вас сегодня на собрании вместе с нами на этом месте. Особым образом мы рады тем, которые сегодня в первый раз, во второй раз вместе с нами пришли на это место для того, чтобы принять участие в служении, присутствовать на этой новой серии проповедей, которые мы начали в Церкви Филадельфии «Созидай будущего твоего ребенка». В прошлое воскресенье, находясь на этом месте всей церковью, мы праздновали праздник «Великий день мамы». На этом служении мы выражали благодарность Богу за наших мам, за наших жен, за наших дочерей, за женщин, которых Бог дал нам. Мы благодарим Господа. Мы понимаем и осознаем их вклад, их роль в семье, в обществе, в нашей жизни. Прошлое воскресенье мы на этом месте праздновали Великий день мамы. И многие из вас были в прошлое воскресенье, но те, которые не смогли быть вместе с нами в прошлое воскресенье, начиная с прошлого воскресенья, мы начали новую серию проповедей «Созидай будущее твоего ребенка». В прошлое воскресенье мы говорили о том, что женщина была создана по образу и подобию Божьему, как и мужчина. В результате Бог создал семью и возложил на семью, на женщину, возложил на мужа ответственность в том, чтобы они воспитали своих детей. На каждом из нас, на тех, которые находятся в семье, на тех, которые имеют детей, на тех, которые в дальнейшем станут мамой, станут отцом, возложена Богом ответственность воспитать, созидать будущее своего ребенка. И сегодня я хотел бы говорить на такую тему, как «Формируй и люби», а именно от начала рождения ребенка и до 6 лет. Мы, будучи родителями, родители призваны чтобы формировать наших детей, в том, чтобы проявлять заботу, проявлять любовь по отношению к нашим детям. В воспитании детей, в ответственности, в развитии, в воспитании детей есть две теории, есть две позиции, два взгляда. Есть две концепции. Одна из концепций говорит о том, что ребенок, тогда, когда он рождается, он как чистый лист. То есть, вся ответственность и формирование в развитии ребенка лежит только на родителей. И так как родители поведут себя своим ребенком, так как родители организуют то, что родители вложат, то, что родители предоставят своему ребенку, то в результате и произойдет в его жизни, в этом он в результате и состоится, и будет. И эта теория, эта концепция является ошибочной, что ребенок, родившись, является как чистый листок, на котором возможно начать заново изначально все писать. Мы знаем, что дети, они наследуют некоторые качества своих родителей. Есть некоторые черты характера, поведения, которые они наследуют, которые они перенимают от своих родителей. И есть вторая концепция, говоря о рождении и появлении и развитии детей. Это детерминизм, свобода
является всего лишь иллюзией, и все, что в дальнейшем будет происходить в ребенке. Все то развитие и то, кем в дальнейшем станет ребенок, оно все известно наперед, и свобода в том, что можно как-то сформировать, что-то изменить, определить его направление, определить его выборы в жизни. Все это всего лишь является иллюзией, потому что для ребенка изначально уже все определено в жизни. Говоря об этих двух концепциях, и первая, и вторая концепция является ошибочной. Да, частично они имеют какую-то долю правды в том, что ребенок, он тот, который формируется в жизни. Да, есть частица правды в том, что ребенок есть то, что ребенок наследует от своих родителей и не является чистым листом. Но во всем этом очень важно понять, что ребенок, который родился в нашей семье, которых дал нам Господь. Да, каждый темперамент, которым наделен каждый ребенок, это творческое воображение Бога. Другими словами, каждый ребенок, он является уникальным, является особенным. Есть две ошибки, рассматривая наших детей. В воспитании, в развитии, в формировании наших детей – люди допускают две ошибки. И первая ошибка – это то, что они рассматривают идентичный подход ко всем детям, так как они относились к первому ребенку, и те методы, те способы воспитания, обращения к своему ребенку, к первому ребенку, они такой же подход используют в воспитании второго, третьего ребенка, которых Бог дал в их семье. Это является неверным, является неправильным, идентичным образом рассматривать всех детей в нашей семье, потому что дети, они отличаются. Одному ребенку достаточно сказать слово, и он поймет. Другого ребенка необходимо обличить, с третьего ребенка необходимо взыскать за тот или иной проступок. На другого ребенка достаточно всего лишь посмотреть, и он поймет со взгляда. Мы не можем использовать идентичный подход в воспитании наших детей. И родители допускают огромную ошибку, рассматривая, используя тот же метод, используя те же шаблоны, используя то же воспитание по отношению ко всем детям, которые их имеют в своей семье. Вторая ошибка – это сравнение. И мы рассматриваем нашего ребенка, младших детей в нашей семье, и мы говорим, тогда, когда я был в твоих годах, тогда, когда мне было 2 годика, тогда, когда мне было 3 годика, я уже ходил, я уже самостоятельно делал некоторые вещи. И мы сравниваем наших детей. Скажите, можем ли мы сказать, что все дети одновременно в тот же возраст, в тот же период начинают ходить, говорить? Отличается возрастная категория. Кто-то начинает раньше ходить, кто-то начинает немножко позже, кто-то начинает раньше говорить, кто-то позже начинает говорить. Родители порой переживают, беспокоятся, но это говорит о том, что наши дети, они являются уникальными, и по этой причине мы не должны иметь идентичный подход к нашим детям, не должны сравнивать нашего ребенка с другими детьми, с взрослыми детьми в нашей семье. Рассматривая взрослых, мы можем рассматривать их поведение, то, как они поступали тогда, когда им было 2 годика, 3 годика, и теперь младших мы рассматриваем через призму взрослых. И мы говорим, тогда, когда твой брат был в твоих годах, он поступал иначе. Он был ответственным, и это является неправильным рассматривать идентичным образом наших детей, является неправильным, воспитывая, формируя наших детей, сравнивать с другими детьми, с взрослыми детьми. Я уже говорил о том, что наши дети являются уникальными. И мы не можем сравнивать наших детей с другими детьми. Не можем их воспитать по тому же шаблону, как и старших и предыдущих детей. Каждый ребенок является уникальным. И как горшечник, взяв глину, начинает создавать, лепить сосуд, который в дальнейшем будет использоваться, точно так же и мы, будучи родителями, имея ответственность
взяв на себя ответственность воспитать наших детей, вырастить наших детей, подобно горшечнику, мы должны формировать, использовать те методы, использовать то воспитание, которое подходит именно ребенку, с которым мы работаем. Еще раз, не сравнивая его с другими детьми, не используя те же методы, не используя те же способы, но ища уникальный подход, ища специфику, рассматривая специфику своего ребенка, подобно горшечнику формировать своих детей. Родители формируют новорожденного ребенка. Это самый приятный опыт нашей жизни. Тогда, когда мы заботимся о наших детях, тогда, когда мы учим их читать, писать, говорить, ходить, первые шаги, вспомните эти моменты ваших детей. Тогда, когда вы растили, воспитали, вкладывая, заботясь о них, это прекрасно, это хорошие моменты, которые радуют нас, которые являются наилучшими в нашем переживании, в нашей жизни. Тогда, когда наши дети сказали первые слова, начали ходить, приняли самостоятельное решение, родители формируют новорожденного ребенка, и это самый приятный опыт в их жизни. Рассматривая ранний период и характеристики раннего периода наших детей, то есть от рождения до возраста 6-7 лет. Можно увидеть следующее, и то, что формируется в этом промежутке, в этом возрасте, и то, что характерно этому возрасту от рождения до 6 лет, мы можем увидеть следующее. В этот период ребенок, он учится доверять, быть доверчивым или недоверчивость. Мы развиваем в ребенке доверять, или он в дальнейшем не будет доверять нам. Также в этой возрастной категории вырабатывается в ребенке смелость или страх. И что интересно и характерно нашему обществу, мы часто используем такие моменты людей, используем животных для того, чтобы напугать наших детей. Потом удивляемся, почему наш ребенок боится животных, почему наш ребенок боится взрослых людей. Потому что в свое время мы говорим, сейчас придет чужой дядя, он заберет тебя, он причинит тебе боль. Да, мы говорим, не выходи на улицу, не ходи туда, там собака, там волк. Послушайте, в своей жизни и вашей жизни многие из вас видели волков, наверное, и то, даже если их видели в зоопарке, в жизни, воочию, на природе, в свободной форме, мы их не видели. Но наших детей, воспитывая, формируя, мы их пугаем тем, что будь внимателен, сейчас придет волк за тобой, сейчас придет сосед за тобой. Это неправильно. Еще раз, рассматривая возрастную категорию наших детей, от рождения до 6 лет формируется смелость или же страх. И на это мы влияем, мы формируем наших детей. Они учатся доверять нам или же растут недоверчивыми. В дальнейшем мы развиваем в наших детях, и в этот ранний период развивается в детях независимость или зависимость. И мы рассматриваем некоторых детей и говорим о том, что он держится только юбки мамы, да, или штанов отца. То есть никуда не отходит от своих родителей. Он настолько зависим, он настолько держится своих родителей, что практически без родителей он никуда. Очень важно, формируя, выращивая, вкладывая в наших детей, очень важно развивать также независимость в этот ранний период. Также мы формируем, и этот ранний период, характеристика этого раннего периода характеризуется безопасность или беззащитность. Любовь или ненависть мы формируем в этот ранний период в наших детях. Для каждой важной области есть необходимость в проекте. Тогда, когда мы строим дом, тогда, когда мы планируем что-то в нашей жизни, тогда, когда мы хотим начать какое-либо дело, бизнес, планируем отпуск или что-то на долгий период, что-то хотим, чтобы получилось, состоялось, для каждой важной области нашей жизни есть необходимость в проекте. Рассматривая эту иллюстрацию, эту картину и декор, дизайн нашего зала,
некоторые спросили, что отображает или что вы хотите сказать нам посредством этого украшения, этого декора. Да, мы видим картину, мы видим отдельные части этой пазлы, но что вы посредством этого хотите донести до нас, что вы хотите нам сказать, эти отдельные пазлы. Они подобны нашим детям. Да, этот декор и слайд, он связан с нашими детьми, с этой серией проповедей, где наши дети подобно отдельным пазлам и рассматривая их жизнь, формируя их, воспитывая их, выращивая их, мы соединяем их с обществом, мы соединяем их с общей картиной, находя им их место, находя им их предназначение, их роль в жизни, в церкви, в обществе. Для того, чтобы воспитать наших детей, необходим и для всего того, что мы делаем в нашей жизни, что-то серьезное для каждой важной области в нашей жизни, необходим прежде всего, есть необходимость в проекте. Очень важно запланировать воспитание наших детей. Возрастные характеристики раннего периода наших детей были предоставлены вам тогда, когда вы пришли на служение от Церкви Филадельфии. Исходя из того, что у нас недостаточно времени на служение для того, чтобы говорить подробно о характеристиках раннего детства ребенка, вам дан листок, и здесь характеристики раннего детства, характерные особенности детей этого возраста. Вы сможете рассмотреть, вы сможете прочесть, вы сможете понять, почему дети ведут себя так или иначе в этом возрасте от рождения до 6 лет, рассмотрев эту специфику этой ранней возрастной категории. Очень важно в воспитании наших детей, рассматривая характеристику наших детей от рождения до 6 лет, принять главные, основные объективы нам, как родителям, рассматривая их развитие, рассматривая наших детей. Прежде всего, очень важно развивать в наших детях послушание. В этом возрасте от рождения до 6 лет, в возрасте 3-4 лет, очень важно развивать в наших детях послушание. И первое слово, о котором я говорил и в прошлое воскресенье, которое слышат наши дети от нас, чаще всего они слышат слово «нет». Это одно из первых слов, которые слышат наши дети от нас. Мы знаем, что человек, рождаясь, он рождается с греховной природой, с греховной натурой. И сегодня нет школ, которые бы учили людей творить зло. Но почему-то, живя здесь, на этой земле, мы творим зло, человек грешит, человек ведет себя непослушным образом. И в самом раннем возрасте, начиная с детства, начиная с первых шагов, с первых моментов жизни, ребенок уже в его натуре, в нем заложено, он наследовал эту греховную природу. И мы, как родители, должны воспитать нашего ребенка. Есть сегодня много теорий и много взглядов, и есть те, которые говорят о том, что нет надобности и не нужно ни в чем обучать ребенку. Некоторые сегодня воспитывают своих детей таким образом, но если мы сегодня не будем запрещать, не будем говорить нашим детям, что является правильным, что не является правильным, что нужно трогать, куда необходимо идти, куда нет, не нужно идти, что необходимо говорить и что не нужно говорить, от чего необходимо воздерживаться в результате, если этот процесс не будет совершаем в воспитании, в жизни нашего ребенка, он не научится в дальнейшем послушанию. Также, говоря об этой возрастной категории, говоря о послушании, очень важно научить ребенка почитать старших, почитать родителей, почитать старших братьев, сестер, почитать старших людей, которые окружают их. Очень важно в этом раннем возрасте научить ребенка в том, чтобы он почитал старших, также чтобы он почитал, почитая старших, и воспитывая детей, родителям необходимо быть последовательными в воспитании своих детей. Но часто мы наблюдаем, что родители не являются последовательными, непоследовательны в своем воспитании. То есть сегодня что-то произошло на работе.
у тебя произошло что-то на работе, ты вернулся домой, увидев своего ребенка, что он неправильно поступил, ты наказал его, потому что та ситуация, которая сложилась, которая произошла на твоем рабочем месте, повлияла на тебя, и ты принял какую-то меру по отношению к своему ребенку. Но на следующий день или на следующей неделе, пойдя на работу, у тебя все складывается хорошо, и ты вернулся домой, и видя, что твой ребенок, он также неправильно поступил. Да? Если в прошлый раз он залез на стол, ты, придя домой, ты начал обличать, начал выговаривать своего ребенка, что это неправильно, не нужно залезать на стол, это нехорошо. И будучи, на тебя повлияла та ситуация, сложившаяся на работе. В следующий раз, когда у тебя на работе все было хорошо, все было прекрасно, придя домой, в очередной раз ребенок залез на стол, ты говоришь, нормально, хорошо, не обращаешь внимания. То есть это непоследовательность родителей неправильно формирует наших детей. Дети, которые в наших семьях, они не знают, что думать. Это нормально или это ненормально? Это хорошо или это плохо, что я залез на стол? Потому что в прошлый раз отец мне сказал, что это плохо. Сегодня отец мне говорит, что это хорошо, или же он просто не обратил внимания. Воспитание наших детей. Очень важно, чтобы мы были последовательны. И дети видят, насколько мы последовательны, насколько мы соблюдаем те требования, которые у нас есть по отношению к ним. В книге «Бытие» в 22 главе с 1 стиха по 18 стих можете записать эту ссылку. Вы найдете историю об Аврааме и Исааке. Авраам тот, который послушался Господу. И в момент, когда мы слушаемся Господа, послушание влечет за собой благословение. В тот момент, когда мы слушаемся, когда дети слушаются Господа, в результате они благословенны. Послушание влечет за собой благословение. Вот почему необходимо учить сегодня наших детей, что не должно делать. Вот почему сегодня необходимо учить наших детей, чтобы они почитали старших. Вот почему необходимо, чтобы в воспитании детей мы были последовательны, потому что в момент, когда наши дети слушаются, тогда, когда наши дети, они послушны, они почитают старших, в результате послушания оно влечет за собой благословение. Во-вторых, второй очень важный объектив воспитания наших детей – это уважение. Уважение по отношению к родителям. И оно влаживается в ребенка с самых первых лет его жизни. В раннем возрасте ребенка мы должны научить ребенка почитать родителей, чтобы они уважали своих родителей. Очень важно в этом раннем возрасте научить ребенка уважению к окружающим, к старшим, к тем, которые окружают его. Вот почему необходимо, чтобы наши дети, они развивались в обществе, чтобы они имели общение с другими людьми, чтобы они имели общение с другими детьми, чтобы они росли в обществе, не где-то изолированные в одиночестве. Поэтому очень важно, чтобы наши дети, они росли в обществе, находясь в обществе, они учатся уважать окружающих людей, окружающих детей. Также очень важно выработать в ребенке уважение, почтение по отношению к Богу. В книге «Исход» 20 главе 12 стихом мы читаем следующее местописание. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которые Господь Бог твой дает тебе». В этом посредством этого места Писания Бог говорит о том, что если наши дети, они почитают нас как родителей, они слушаются нас, в результате они будут долгодневны на этой земле. И в другом месте Писания говорится о том, что они будут благословенны, они будут благополучны. И рассматривая сегодня людей, которые не являются религиозными, но в какой-то мере они смогли этот принцип применить к своей жизни. Они росли в почтении по отношению к своим родителям. В результате мы видим успех в личной жизни, мы видим успех в тех делах, в том, что они делают в семье, и мы видим о том, что они долгодневны, Бог благословляет их. Бог говорит, если мы научим наших детей, если мы научим наших детей почитать взрослых, и если мы научим наших детей почитать окружающих, почитать нас как родителей, почитать Бога, в результате они будут благословенны. Кто из родителей, находящихся здесь, не желает,
чтобы его ребенок был благословен? А кто желает, чтобы его дети были благословены? Есть те, которые желают, чтобы его дети, внуки, тех, которых мы воспитываем, выращиваем, были благословенны, были благополучны, имели успех. Каждый из нас, естественно, каждый родитель желает, чтобы ребенок, он был успешным, был здравым, чтобы хорошо, правильно развивался, чтобы имел успех в жизни, чтобы долго жил на этой земле. Бог говорит о том, что в момент, когда наши дети почитают отца, почитают мать, почитают взрослых, в результате Бог продлевает их дни на земле. Бог дает успех, Бог благословляет, дает благополучие. Вот почему важно, чтобы мы воспитали почитать взрослых наших детей. Как развивать почтительность? В книге «Притч» мы читаем следующее место Писания. «Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему». Очень важно научить наших детей в этом раннем возрасте, чтобы они выслушивали взрослых, чтобы они не перебивали, чтобы они не вмешивались тогда, когда говорят взрослые. Очень важно в этом раннем периоде научить наших детей, чтобы они слушали взрослых, чтобы они не встревали тогда, когда говорят двое взрослых человека. И вот в одной из ситуаций, в одном из контекстов, тогда, когда девочке было 3 годика, находясь в окружении взрослых, сидя рядом возле них, она вскрикнула и сказала: «Нет места!» Тогда ее спросили: «Ну как нет места? Ты же сидишь здесь, рядом возле нас!» Она говорит: «Мне нет места, и я хочу сказать!» Очень важно, чтобы, уча почтению, уважению наших детей, очень важно помочь им понять, чтобы они были сдержаны, не встревали, не перебивали, не вмешивались тогда, когда говорят взрослые. И Библия говорит нам: кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему. И почтительность развивается в наших детях тогда, когда мы способствуем, говорим им о том, чтобы они выслушивали, чтобы не вмешивались в разговор взрослых людей. Третий важный объектив воспитания в этой возрастной категории. От рождения до 6 лет. Очень важно приучать наших детей к труду. Именно в этом раннем возрасте наши дети формируются. Они становятся трудолюбивыми, или же и в дальнейшем они готовы заниматься чем угодно, но обойти труд, работу, какую-то ответственность. Поэтому, начиная с 3-4 лет, мы возлагаем на наших детей постоянные обязанности. Начните с малых лет, и нашим детям нравятся конфеты, не правда ли? И мы это видим в церкви. Мы видим, что родители, которые приходят с детьми в церковь, меньшие дети, еще на руках, еще не ходят самостоятельно, но входя в здание церкви, тогда, когда их встречают у дверей с корзиной, с конфетами, родитель не берет конфету, думая о ребенке, но ребенок, будучи на руках родителя, он тянется к той корзинке для того, чтобы ухватить, взять конфету. Мы знаем, что наши дети, они любят конфеты в этом раннем возрасте, в начале своей жизни. Поэтому мы, как родители, что мы можем сделать? Тогда, когда мы даем конфету, после того, как он поел, возьмите какое-то ведерко, корзину для мусора и позвольте ему, чтобы он распаковал ту конфету, и скажите ему: теперь возьми этот фантик и выброси в корзину. То есть научите, приучайте, формируйте умышленным образом, способствуйте тому, чтобы возлагать на ребенка постоянные обязанности, потому что в этом он приучается к труду, и в дальнейшем ему будет проще в этой жизни. В дальнейшем он будет трудолюбивым, и мы понимаем о том, что человек трудолюбивый – это человек, который в результате будет успешным, человек, который будет благословен, человек, который будет жить в достатке. И в большей мере люди, которые сегодня не имеют достатка, это люди, которые не возлюбили труд, это люди, которые не были приучены к труду. Поэтому очень важно, воспитывая, работая, вкладывая в наших детей в этом раннем возрасте, приучать детей наших к труду. Оценивайте выполненные задачи ребенком. Тогда, когда ребенок, вы сказали ему что-то сделать, положить
одежку на стул, сложить или отнести фантик в мусорное ведро, похвалите его, оцените то, что он сделал, поблагодарите его. И мы, знаете, мы очень быстро бываем порой на наказание, на обличение, на взыскание, но тогда, когда ребенок заслуживает похвалы, не скупитесь похвалить вашего ребенка. Не скупитесь в том, чтобы оценить то, что он сделал, осуществил. Оценивайте выполненные задачи вашим ребенком. Родители должны быть примером в воспитании своих детей. Если мы ссоримся, если мы не находим общего языка, если где-то мы неправильно себя ведем, если мы непостоянны, если мы говорим одно и делаем другое и требуем от наших детей, скажите, что влияет больше на ребенка, наши слова или наши дела и поступки? Естественно. Если мы повышаем голос, если мы не держим слово, если мы неправильно поступаем, и мы говорим о том, что ребенку необходимо правильно поступать, ребенку необходимо вести себя так или иначе, но мы этого не делаем. И ребенок, видя то, как мы поступаем, он будет копировать нас. В какой-то мере они отображают, они копируют нас, они повторяют то, что мы делаем. И мы видим, что очень часто девочки, они хотят быть похожими на своих мам, мальчики, на отца, они говорят, у них тоже та же манера поведения, та же манера говорить, вести себя, всего лишь потому, что они копируют нас, они копируют наше поведение, а потом прислушиваются к тому, что мы говорим. И если наши слова соответствуют нашим делам, тогда есть шанс на то, что ребенок будет формироваться правильно, ребенок, он будет поступать правильным образом. В-четвертых, очень важно в этой возрастной категории от рождения до 6 лет развивать в своем ребенке совесть, развитие совести. К 5 годам формируется нравственное чувство. Ребенок, он уже может отличать, что является добром, что является злом. Поэтому очень важно развивать это чувство, нравственное чувство в ребенке. Родители, те, которые влияют на развитие нравственного чувства, на развитие совести ребенка. Тогда, когда то, что он делает, является неправильным, и мы выговариваем, и мы говорим о том, что это неправильный поступок. Или же, когда он делает хорошо, поступает правильно, мы говорим, так должно поступать, и в дальнейшем так же поступай. Мы тем самым формируем совесть наших детей. Что должен чувствовать ребенок? Он должен чувствовать себя в этой возрастной категории, в формировании совести. Он должен чувствовать себя виноватым тогда, когда он творит зло, тогда, когда он неправильно поступает. В этой возрастной категории, формируя его совесть, ребенок, он должен чувствовать удовольствие, если он правильно поступил, если он сделал правильный выбор, поступая хорошо, он должен чувствовать удовольствие. Также мы должны формировать в ребенке, формируя совесть, ребенок, он должен знать, что Бог с ним. Также ребенок должен знать, что он может молиться Богу. То есть в раннем возрасте очень важно заложить в ребенка веру в Господа. И мы читаем в книге Притч о том, что родитель, который наставит юношу, наставит ребенка своего в начале пути, в начале жизни, если правильно сможет передать ему наставление, учение, библейские принципы, любовь к Господу, то в дальнейшем, что бы ни произошло, этот ребенок, он не уклонится, он будет правильно поступать в своей жизни. Мы должны формировать, и мы принимаем активное участие в формировании совести наших детей. Поэтому тогда, когда наш ребенок, он виноват, мы должны подчеркнуть, что это неправильно, и пусть он чувствует вину от неправильного поступка. Тогда, когда он поступил правильно, мы должны похвалить, должны подчеркнуть, что он правильно поступил. Он должен знать, что Бог с ним в каждой ситуации. И он должен знать о том, что в любой ситуации он может молиться Господу, может просить у Бога изменения, просить у Бога, чтобы Бог помог ему правильно поступать. Сейчас несколько советов для нас, для родителей, до сих пор говоря о том, что необходимо формировать в этой возрастной категории от рождения до 6 лет в наших детях. Сейчас я хотел бы обратиться к нам, к родителям, и рассмотреть три важных момента. Прежде всего, у нас у родителей
должны быть реалистичные ожидания от наших детей. Мы должны рассматривать типичное поведение наших детей. Читая книгу, и в этой книге была приведена история, когда женщина пришла к врачу в панике и говорит врачу о том, что мой ребенок, он ведет себя неправильно, он ведет себя нетипичным образом, он ведет себя, как будто ему 2 годика. И тогда врач спрашивает, а сколько лет вашему ребенку? И женщина говорит, моему ребенку 2 годика. Так скажите, откуда ожидать больше, если ему 2 годика? Иногда ребенку 2 годика мы ожидаем от него, чтобы он вел себя как тому, которому 3 года, 4 годика. То есть что-то не соответствующее его возрасту. Поэтому, рассматривая своих детей, имейте от них реалистичные ожидания, типичное поведение. Не имейте большие ожидания, сравнивая с другими детьми, рассматривая других. Не имейте требования в сравнении. Часто мы сравниваем с тем ребенком или другим ребенком. Мы уже говорили о том, что наши дети, они уникальны. Одному дано было больше, другому дано было меньше. Один начинает что-то делать раньше, другой немножко позже. Поэтому наш ребенок является уникальным. Не нужно его сравнивать с старшими, не нужно его сравнивать с другими детьми из других семей. Ваш ребенок является уникальным, и наши ожидания, они должны быть реалистичными. Типичное поведение, не должны быть большие ожидания, и требования не должны быть в сравнении с другими детьми. Чрезвычайные требования также не должны характеризовать нас в этот период воспитания наших детей. Очень важно, чтобы мы, родители, воспитывая, формируя наших детей, быть всегда добрым примером. Быть добрым примером, и в послании к Коринфянам апостол Павел говорит о себе. Он говорит, призывает нас, он говорит, будьте подражателями мне, как я Христу. То есть мы не можем детей просить, чтобы они чего-то придерживались, чтобы они следовали нашему примеру, если мы не поступаем правильно, если мы не ведем себя хорошо, если мы не имеем доброе поведение. Поэтому очень важно, воспитывая своих детей, быть примером для своих детей. И в-третьих, уповайте на Бога. Есть дети, есть родители, которые прочитали немало книг по воспитанию детей. Но в практике и в жизни они увидели что-то другое. В этой ситуации очень важно, чтобы мы имели упование на Бога. Даже если ты прочел много книг, рассмотрел много теорий, рассмотрел много способов, методов воспитания своего ребенка, но в практике ты видишь что-то другое, проявляется, что-то другое делает твой ребенок, очень важно иметь упование на Бога. Знание теории не освобождает от того, что не будут проблемы, что не будут сложности. Поэтому очень важно, воспитывая наших детей, уповать на Господа. Очень важно уповать на Бога. В проблемах мы должны знать, тогда, когда не получилось, не осуществилось, не произошло так, как мы ожидали, так, как мы хотели, в проблемных ситуациях мы должны знать, куда обратиться, к кому обратиться. Джон Максвелл сказал следующее о родителях и о воспитании детей. Отец является партнером с Богом в воспитании детей, ибо только Бог является экспертом в воспитании детей. Праведник ходит в своей непорочности, и блаженны дети его после него. Очень важно, чтобы мы имели правильный образ жизни, чтобы мы жили свято, непорочно, руководствуясь принципами Божьими, были примером для наших детей, уповая на Господа, молясь Господу о наших детях, правильно формируя, созидая наших детей. В следующее воскресенье мы продолжим следующую проповедь «Слушай и направляй». Об этом мы будем говорить в следующее воскресенье. Сегодняшнюю проповедь и предыдущие проповеди из этой серии вы сможете найти на сайте церкви philadelphia.md/vitorul или «Будущее твоего ребенка». Очень важно, чтобы мы, будучи родителями, созидали, взяли на себя ответственность и созидали будущее наших детей. Пусть Бог поможет нам в этом. Аминь. Я приглашаю вас сейчас, возьмите формуляр, который вы получили,
тогда, когда пришли на служение. Каждый из вас получил формуляр коммуникации, и вместе мы заполним формуляр с обратной стороны. Я уже говорил о том, что в воспитании наших детей нам помогает Господь. Мы можем знать много теорий, много систем, иметь много, быть информированы, с нашей стороны сделать все и не добиться ожидаемых результатов, не иметь того успеха, не иметь тех результатов, которых ожидаем. И в этой ситуации очень важно иметь упование на Господа. Очень важно иметь веру в Господа Иисуса Христа, потому что Он тот, который является экспертом в воспитании детей. Он тот, который меняет судьбы, жизни людей. Поэтому, если ты еще не обратился к Христу, если ты еще не покаялся, не принял Иисуса Христа как Спасителя, сегодня ты можешь обратиться к Господу. Сегодня ты можешь принять Иисуса Христа как личного Спасителя. Отметь в формуляре, что желаешь принять Иисуса Христа как своего Спасителя. И в последующие дни мы сможем созвониться с тобой, связаться и поэтапно объяснить, рассказать, что тебе необходимо для того, чтобы следовать за Иисусом Христом. Следующее решение. Прими решение сегодня рассматривать своего ребенка как уникального ребенка. И он является уникальным. Как листы, которые на дереве, как листочки на дереве, они являются разными, так и наши дети, они отличаются друг от друга, они являются уникальными и не повторяются. Поэтому совместно с Богом, с пониманием того, что наш ребенок является уникальным, таким образом мы будем воспитывать наших детей. Также прими решение сегодня молиться Богу о воспитании своего ребенка, вовлечь Бога в процесс воспитания, развития ребенка. И если также желаешь прийти в следующее воскресенье на собрание, отметь формуляре, и мы будем рады видеть тебя на этом месте вместе с нами. Заполняем формуляр с правой части. Если желаешь стать частью команды мечты, отметь формуляре. Если желаешь служить в церкви Филадельфии, отметь формуляре. Если желаешь участвовать на молодежном служении, которое будет проходить 26 марта в 18:00 на этом месте, отметь, и мы будем рады видеть тебя. Если желаешь перейти в церковь Филадельфию из другой церкви, ты приехал в город Кишинев, посещаешь церковь Филадельфию из другой евангельской церкви, желаешь быть членом церкви Филадельфии и спрашиваешь, что тебе необходимо для этого, отметь в формуляре, мы свяжемся с тобой, сможем объяснить, что тебе необходимо для этого. Если желаешь поговорить с кем-то из руководителей церкви Филадельфии, отметь в формуляре, мы свяжемся с тобой, сможем ответить на твои вопросы. В нижней части формуляра вы можете записать ваши вопросы, комментарии и предложения и молитвенные нужды. Зная о том, что служители церкви Филадельфии в каждое утро с 8 до 9 в течение часа в каждый день молятся о ваших нуждах, вы можете записать свою нужду и быть уверенным, что за вас помолятся. А также, если у вас есть возможность, желание прийти в один из дней утром на молитву, пожалуйста, вы это можете сделать и молиться вместе с нами за нужды людей, за тех, которые приходят вместе с нами, служат Господу на этом месте. Формуляры мы используем также в качестве конверта, в который мы положим наши добровольные дары, наши пожертвования. Если вы являетесь гостем, не являетесь членом церкви, вы не обязаны, и даже члены церкви, никто не обязан ничего в церкви Филадельфии. И то, что мы делаем, то, что мы жертвуем, это не плата за служение, но все это на основании добровольническом. Поэтому, если вы желаете поклониться своими деньгами, своим даром, положите столько, сколько вас побуждает сделать, дать ваше сердце, опустите в этот конверт. Возьмите ваши ручки, которые были даны вам, также поместите в этот конверт, и я приглашаю вас для молитвы. Давайте мы помолимся и в молитве скажем Господу: Господи, благослови наши решения, благослови наши дары, употреби их для расширения церкви, царствия Твоего в этом городе, в этой стране, в этом обществе, в котором мы проживаем. Отец Небесный, мы благословляем Тебя и превозносим. Имени Твоему возносим честь, Твоему имени возносим хвалу и благодарность, и молим и просим Тебя, Господь, благослови сегодняшние решения. Благослови, Господи, помоги нам сегодня, Боже, включать Тебя, Господь, в воспитании наших детей, Боже, возлагать на Тебя.